Всем привет! Сегодня я представляю вам Opel Mokka 2014 года выпуска, комплектация Cosmo. Стоимость данного автомобиля составляет 1 450 000 рублей. Выражаю благодарность автосалону Регион Авто1 за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Выкидной ключ. Закрыть, открыть. Давайте начнем. Хромированные ручки. На широкие открываются двери практически на 90 градусов, облегчая посадку и высадку. Здесь комбинированный салон, двухцветная кожа. В этом автомобиле установлено 4 подушки безопасности. Трехспицевый кожаный мультируль. Оптитронные приборы, они описывают почетный круг, очень красиво смотрится. Упоры для больших пальцев, пластиковые вставки под светлый металл. Здесь установлен гидроусилитель руля, очень легкий руль. Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету и имеет механические регулировки и большие углы хода, как видите. Здесь установлен датчик света. Сейчас давайте включим фары. Дальний свет фар. Аварийная сигнализация. Противотуманные фары. Противотуманный фонарь. Электрорегулируемые зеркала с подогревом. И при этом они огромные. Все зоны хорошо просматриваются. Электропривод складывания. Очень удобная вещь, особенно на тесных парковках, чтобы вас не зацепили. Все 4 стекла полностью автоматически опускаются, поднимаются в одно касание. Задние стекла, они опускаются до конца. Блокировка задних стекол, чтобы дети не играли, и центральный замок. Сейчас я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Рычаг находится вот здесь. Пищевой отсек для водителя. Регулирование яркости подсветки приборов. Хромированная окантовка дверных рамок, нижняя часть. Очень красивые фонари. Декоративный спойлер, интегрированный стоп-сигнал. Омыватель заднего стекла. Хромированная накладка на крышке багажника. Камера заднего вида, подсветка номерных знаков, задние датчики парковки, проушина для буксировки, у автомобиля полный привод,
Здесь установлены штампованные диски 16 дюймов. Размер шин 215 на 65. Указатели поворота в передних крыльях, обогрев зоны покоя стеклоочистителей. Здесь установлено адаптивное головное освещение, биксеноновые фары, линзованная оптика, светодиодные дневные ходовые огни, омыватели фар, передние датчики парковки, галогеновые противотуманки, хромированная окантовка, также линзованная оптика. Теперь, что касается технической составляющей, здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, рядная четверка, 16-клапанный, система питания двигателя, непосредственный впрыск в камеру сгорания, расположение клапанов распредвала, верхний клапан с двумя распределительными валами, соответствие экологическим требованиям Евро-5, расположение двигателя переднее и поперечное. Самый доступный двигатель объем 1,7, 130 лошадиных сил, дизель, и самый мощный 1,4 турбо, 140 лошадиных сил. Здесь установлен двигатель 1,8, 140 лошадиных сил, крутящий момент 178 ньютон-метров. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 180 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 11,2. Расход топлива в городском цикле это 10,7 на 100 км, в загородном цикле 6,3. Объем топливного бака составляет 54 литра. Привод полный с многодисковой муфтой Haldex. Дорожный просвет 190 мм. Тип передней подвески независимая, пружинная Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Тип задней подвески полунезависимая, пружинная. Передние тормоза дисковые, вентилируемые. Задние дисковые. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1457 кг, полная масса 1926 кг. Объем багажного отделения составляет 356 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличится и будет составлять 1372 литра. Длина данного автомобиля составляет 4278 мм, ширина 1774 мм, высота 1657 мм и колесная база 2555 мм. Сборка данной модели осуществляется в России и в Южной Корее. Основные конкуренты этого автомобиля – это Peugeot 3008, Suzuki SX4, Mitsubishi ASX, Ford EcoSport, Citroen C4 Aircross, Volkswagen Tiguan, Skoda Yeti, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mazda CX-5. Теперь, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Двухцветные панели дверей, пластиковые вставки под темный металл, хромированные ручки, мягкий кожаный подлокотник,
плечевой отсек, динамики аудиосистемы. Алюминиевые накладки на порога с надписью Opel. Рекомендации по давлению в шинах. Здесь как электрорегулировки, так и механические регулировки. Механические по высоте, спинка, продольные регулировки, подпор для голеней, электро по высоте, верхняя часть. И поясничный подпор по четырем направлениям. Регулируемые подголовники, ремни безопасности. На сиденье очень удобный профиль. Сейчас самое интересное, как звучит двигатель. Здесь стоит ограничитель на 4000 в режиме паркинг. Очень даже неплохо звучит для двигателя 1.8. На холостых оборотах его не слышно, никаких вибраций в салон не проникает. Все приборы легко считывать. Хромированную окантовку имеют колодцы приборов. Управление светом, поворотниками, управление бортовым компьютером, управление стеклоочистителями. Здесь средний текущий расход топлива, сейчас он неправильный, средняя скорость, одометр, видите. Затем это система предотвращения столкновения. Сигнал о превышении скорости. Срок службы масла. Сброс. Единица измерения. Все очень легко использовать. Вот такое основное меню.
этого бортового компьютера. Здесь управление круиз-контролем, система предотвращения столкновения. Управление аудиосистемой. Звук. Здесь различные предустановки. Управление телефоном. Включение звука и голосовое управление. Произнесите команду. Помощь. По какому разделу вывести справку? Скажите радио, телефон, музыка, навигация или настройки. Для справки по другим командам произнесите другие команды. Чтобы завершить работу, произнесите «до свидания». Радио. Чтобы изменить станцию в АМ или ФМ диапазоне, произнесите «настроиться на АМ или ФМ», затем название или частоту станции. Например, произнесите «настроиться на АМ-612» или «настроиться на русское радио». Чтобы изменить станцию в цифровом вещании, произнесите «настроиться на цифровое радио» и название станции. Например, произнесите «настроиться на цифровое радио «Маяк», чтобы переключиться на другую радиостанцию. Произнесите ее название в любое время. Например, скажите АМ, ФМ или цифровое радио. Отмена. Возврат в главное меню справки. По какому разделу вывести справку? Произнесите «радио», «телефон», «музыка» или «настройки». Для справки по другим командам произнесите «другие команды». До свидания. До свидания. Вот такая очень интересная система голосового управления. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки здесь все на хорошем уровне. Применяется сочетание твердого и мягкого пластика. Двухцветный пластик, как видите.
Включение системы динамической стабилизации. Индикация о выключенной подушке безопасности для пассажира. Включение, отключение аудиосистемы. Цифровые часы, температура за бортом, дата. Здесь управление аудиосистемой, 6 станций, различные предустановки. У нас с навигацией, как видите. Основное меню. По аудиостанции информация. Перечень FM категорий. Затем это навигация. Кстати, для такого небольшого дисплея очень четкая графика. Это зум. Приблизить, отдалить. Отображается компас. Ваша текущая позиция на карте и настройки. Вот пункт назначения. Широта, долгота, путеводитель, индикатор направления, 2D, 3D, режим карты, полноэкранная, торкокарта с мультимедиа, видите. Настройки карты, день-ночь режим, автоматический режим, дорожное движение. Часто посещаемые объекты, ресторан, быстрое питание, естественно, это Макдональдс, затем американский ресторан, все, что у нас есть в Челнах, это Чикаго, самое известное, барбекю. В общем, такая интересная система. Отели, покупки, все отдельно отсортировано по меню. Кстати, очень удобная вещь, как видите. Аэропорт Бегишево. Все очень быстро находит. Давайте просмотрим продажи мотоциклов. Ничего нам не выдал. Автоклуб. Здесь тоже ничего нет. Очень интересное меню, информация о текущем месте. Вот такие основные настройки для навигации. Управление телефоном, настройки Bluetooth, AM/FM. Основные настройки это языки, тут я думаю все понятно, время и дата, синхронизация. Задать время, дату, формат времени, настройки радио, начальная громкость, число избранных страниц, версия ПО, программное обеспечение, настройки Bluetooth, настройки навигации, дорожная информация. Имитация маршрута, настройки дисплея, настройки автомобиля, настройки системы климат-контроля, выбор условий комфорта, система ухода от столкновений, рассеянное наружное освещение и так далее. Такие основные настройки. Здесь настройка звука, это высокие, средние, низкие частоты и баланс.
Здесь стичер, смарт-радио также есть. Вот, пожалуй, основные настройки для этой системы. Здесь установлен двухзонный автоматический климат-контроль, температура для водителя, для пассажира, автоматический режим. Здесь установлен подогрев руля, различные зоны, регулировка потока воздуха, передний и задний обогрев стекол, рециркуляция, кондиционер. Здесь установлен подогрев сидений, он имеет три ступеньки, высокое, среднее, низкое включение. Кстати, сиденьки очень быстро нагреваются, и управление климат-контролем. Все очень легко использовать. Хромированная окантовка, как видите, очень богато смотрится. Отключение датчиков парковки. Система слежения за разметкой. Помощь при спуске. Вещевой отсек. Здесь входы USB и AUX и розетка. Здесь установлена шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Ручное переключение. Как видите. Плюс и минус, соответственно. И камера заднего вида. Без линии парковки. Два подстаканника, оригинальный ручник, вещевой отсек, подлокотник для водителя, он регулируется, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, макияжные зеркала с подсветкой, контейнер для очков, он обит тканью. Микрофоны для hands-free, штурманский свет, подсветка, предупреждение. У этого автомобиля неплохая обзорность, высокая посадка. Как меломану меня порадовало звучание аудиосистемы. Звучит отлично. С точки зрения эргономики здесь все очень хорошо продумано. Что мне лично в этом автомобиле понравилось, так это отделочные материалы, безусловно, шумоизоляция на очень хорошем уровне, комфортная подвеска и, безусловно, вот эти очень-очень удобные сидения. Сейчас давайте заглушим двигатель, возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Здесь установлен детский замок, фиксатор, два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Предупреждение. Двухцветные панели дверей. Мягкий кожаный подлокотник. Второй ряд сидений оснащен системой SOFIX
для крепления детских удерживающих кресел. Он складывается. Спинки в соотношении 60-40. Образуя ровный пол. Регулируемые подголовники. Крепление для детских удерживающих кресел. При моем росте 188 сантиметров. Очень удобная посадка на второй ряд сидений. Сколько еще места в ногах осталось, я сел сам за собой. И над головой еще очень много места. Розетка на 220 вольт. Вешалка. Здесь подсветка. Выкидной центральный подлокотник. Мягкий, два подстаканника. Не очень хорошая обзорность назад. Вещевые карманы с обеих сторон. Элегантный и привлекательный интерьер Opel. Сейчас я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение этого автомобиля. В качестве опции можно заказать крепление для велосипедов. Оно будет находиться вот здесь. Крышка высоко поднимается. Подсветка. Вещевой отсек. Здесь органайзер. Запаска в виде докатки. Домкрат инструмента. Небольшой багажник. Удобная ручка, удобный хват. Лючок бензобака, держатель для крышки. Здесь, в принципе, такие же регулировки, механические, электро. Принудительно нельзя закрыть бардачок, он довольно вместительный, с подсветкой. Еще отсек. Я считаю, что это оригинальный немецкий автомобиль, который определенно будет притягивать восторженные взгляды. Мне лично очень понравилось.
На этом обзор Opel Mokka 2014 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз.